Появление детского сада жители одного из густонаселенных микрорайонов Молоковского сельского поселения ждали с нетерпением. Уже по числу собравшихся на открытии можно было судить, как же вовремя он появился. Дать старт работе нового учреждения приехал глава Ленинского района Валерий Венцель. Здесь застройщик показывает достаточно хорошие темпы строительства социальных объектов. Следующий год это будет сдача школы на 1100 мест. Главная отличительная особенность детского сада, получившего название «Ивушка» – масштабность. Его воспитанниками станут 360 ребят. И на сегодняшний момент это самое большое дошкольное учреждение в Ленинском районе. В нашем детском саду 15 групп для детей разного возраста. Педагоги нашего детского сада и я в том числе буду стараться для того, чтобы детский сад стал домом для детей с 7 до 7. Интересный дизайн, яркие цвета фасада. Здесь все сделано для того, чтобы мальчишки и девчонки с радостью проводили время, пока родители на работе. А внутри настоящий детский рай и есть где разгуляться. Три комнаты для тематических занятий, несколько игровых классов, помещение со спортивным снаряжением и настоящий концертный зал, где ребята будут демонстрировать свои таланты и творческие способности. Нетривиально в детском саду подошли к украшению стен. Вот, например, своеобразная улица, проходя по которой дети будут знакомиться с основными дорожными знаками. Пятилетняя Вероника – одна из тех, для кого совсем скоро детский сад «Ивушка» станет вторым домом. Но сегодня она здесь впервые, и впечатления у ребенка незабываемые. Мне здесь нравится, сад очень красивый. Пожалуй, еще больше довольна мама девочки. Людмила Титова видит, что дочка просто не хочет отсюда уходить. К тому же детский сад у них прямо под боком. И легко добраться пешком – это по нынешним временам настоящая роскошь. Долго ждали этого садика, открытия. Садик большой, садик красивый, садик яркий. Все великолепно. Мы очень гордимся, что мы вот сюда попадем. Строительство дошкольных учреждений входит в губернаторскую программу, которая реализуется в Московской области с 2013 года. И на сегодняшний день, по словам руководителя региона, в целом удалось решить поставленную задачу – ликвидировать очередь в детские сады. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, «Видное ТВ».